времени суток всем, кто смотрит канал водопроводной и фильтрационной системы. С вами я, Гуга. Сейчас мы рассмотрим с вами такой насос, как дренажный и дренажно-фекальный. Посмотрим, в чем их различие, в чем их преимущество. Вот это дренажный насос. Вот в таком исполнении он находится. Это погружной насос, который ставится на дно, либо подвешивается, потому что глубина погружения такого насоса не должна превышать 5 метров под зеркало воды. Для чего используются дренажные насосы? Они используются для отведения воды из затапливаемых помещений, для перекачивания дождевой, фильтрационной воды, для наполнения осушения бассейнов, может быть, ванн, каких-то водных аттракционов. Такой насос может обеспечивать также циркуляцию в водном аттракционе, ну или в бассейне. Также из неглубоких колодцев, цистерн, можно выкачивать воду для полива. Кстати, очень хорошие насосы для использования в системах полива с низким давлением. Ну, например, в капельном поливе. Потому что такой насос, как правило, дает большой объем воды. При этом он низконапорный. Ну, максимум там 5, 8, 12 метров дает такой насос. И это вполне приемлемо для капельного полива, которому, как известно, большое давление противопоказано. В чем еще преимущество такого насоса? Видим, что он имеет поплавковый включатель-выключатель, то есть такое автоматическое включение-выключение насоса. Чем это хорошо? То есть вы можете насос погрузить на дно какого-то осушаемого участка и не бояться, что он сгорит по сухому ходу. Почему? Потому что когда такой вот выключатель плавает сверху, он, соответственно, включает насос. Когда уровень воды понижается, выключатель также понижается вместе с уровнем воды. И когда он достигает положения, которое вы поставите, он выключается. Также на подобных моделях есть вот такая специальная вот штучка, назовем ее так, для того, чтобы можно регулировать включение-выключение. То есть вы можете сюда сделать, допустим, этот поплавок, поставить таким образом, чтобы укоротить его путь. То есть можно сделать так, чтобы он, допустим, выключался не на уровне самом нижнем, а может быть на каком-то другом уровне. То есть если вам не нужно выкачать воду полностью. Вот это вот дренажный насос. Видите, вот в таком он исполнении. Видите, для чего он используется. На этом все. Вы смотрели канал водопроводной и фильтрационной системы. С вами был я, Гога. Ставьте лайки, пишите свои отзывы. Если вам необходимо, может быть, задать какие-то вопросы, задавайте вопросы в комментариях. Всего вам доброго. До скорых встреч.